Я передумал. Охренеть. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем рубрику «Зомби на Джаггернауте». Короче, у нас сегодня будет, ребята, один Джаггернаут против вот этих всех зомбаков. Давайте им пишем все «Делет» и «Го». Вот, суть, думаю, ребята, объяснять не нужно, челикам меня нужно затараканить, убить. Я сегодня буду на одном Джаггернауте, именно, ребята, сегодня у нас будет один выживший. Это очень мега круто, интересно, и я так думаю, вы оцените, ребята, это дело своим царским лайком. Также не забывайте, что за каждые 1000 лайков под данным видеороликом я вам скидываю промокодик на 10 контейнеров, появляется у нас в правом верхнем углу подсказки Ютуба. Вот, но кто еще, ребята, не знает у нас правила, сейчас я их вам объясню. Челики у нас, получается, группируются вот такие вот группы, да, интересные, и мне нужно их сливать, убивать. Соответственно, кого я, ребята, убиваю, они у нас налить нельзя. Я, кстати, наверное, ребят, тоже буду без ДДшки играть, поэтому буду их так убивать, пытаться, соответственно, убить, потому что я все равно как бы на джиггер-пупере, вот, и убить меня будет мега сложно, поэтому что мы сейчас делаем? Мы вот таким вот образом, ребят, сейчас с вами уезжаем, да, после того, как у нас все перестанут нарить, вот, я у нас буду нарить только исключительно одну лишь адеаху, ну а челикам нужно у нас нарить абсолютно все, ну, ничего, вот, им можно лечиться только лишь тем, что у них есть, так сказать, свои союзники, свои вот эти челики, но мне, ребята, можно лечиться только лишь самым овердрайвом, то есть всеми другими способами я лечиться абсолютно не могу и не буду, вот, и даже, возможно, даже нарить не могу. Давайте, ребята, чтобы у нас прям по вэри хардкор было, я могу лечиться только лишь своим овердрайвом, у нас будет вот такая вот жесткая тема, и плюс ко всему они меня будут пытаться вот таким способом убить. Но это, ребята, еще не вся, так сказать, веселая составляющая этого видеоролика. У нас еще здесь будет одно очень интересное действие. Смотрите, челики у нас, получается, играют с овердрайвами, то есть я создал эту карточку, ребята, с овердрайвами, и чувачкам нужно как-то вот пытаться меня именно на этих овердрайвах подхватить и меня затарканить. Кстати, ребят, кого я сливаю, выходите, пожалуйста, из битвы, вот, и ожидайтесь в лобби, то есть вышли из битвы, кого я слил, и ждите уже меня там. Вот, после чего, как у нас, либо я всех убью, либо челики, так сказать, меня убьют, у нас выиграют либо, так сказать, зомбаки, либо выжившие. Ну, выжившие в данном случае, ребята, это только я один. Так, чувачки, кого я там слил, убивайте, алло, гараж, ну, кто у нас сейчас там таби был, кого я последнего завалил, чисто выходите и все, ожидайте меня, так сказать, в лобби. Это у нас, ребят, первый раунд, не знаю, сколько раундов у нас в итоге получится, но чувачкам слить меня будет достаточно проблематично и тут. Вот, скорее всего, по последующим потом раундам мы, ребята, выясним, что же можно вообще или не можно нарить, как мне можно нарить или нельзя нарить. Я вот так думаю, знаете, уже себе такую фигню и цель сделать, что мне можно, ну, точнее, нельзя нарить вообще ничего. То есть у меня есть, грубо говоря, одна жизнь, нету ни аптеки, ни... Я передумал! Охренеть! Либо вот такую тему замутить... Ох, вы маленькие застранцы, охренели совсем! Я-то думал, это сейчас будет изи, я-то думал, это будет вообще слишком просто, и, блин, какие-то им правила такие интересные придумать, но они у нас забабахли себе овердрайв, и, так сказать, с этим овердрайвом достаточно сложно им что-то сделать, ну вот, рыли, ребята, просто мега сложно им что-то совторить, что-то сделать, когда именно вот эти овердрайвики, мне, наверное, как раз-таки на вот этих моменты стоит себе оставить лишь один овердрайв какой-нибудь и пытаться, соответственно, уже их самому как-то завалить. Блин, ну это, ребята, просто очень сложно, но вот серьезно, я прямо сейчас вам не вру, ничего не придумываю, это реально сложно забабахать их, убить и завалить, чтобы они, так сказать, тебя не завалили сами, вот, потому что мне же еще нужно что-то сотворить, да, с собой, именно вот, знаете, таким способом, чтобы, так сказать, я сам, грубо говоря, не умер и не сдох. Так, чувачки, мне нужно, ребят, просто минусовать по одному челику. Мне нужно просто брать и минусовать по одному челику, и будет тогда very nice. Так, одного челика я еще, ребята, минусанул, и сейчас мне нужно просто брать и уезжать. Они, кстати, ребята, действуют немножко не по тактике, они у нас не окружают меня, но... Ладно, я, пожалуй, промолчу, потому что, когда я говорю, что чуваки у нас действуют не по тактике, они сразу начинают этой тактикой как-то пользоваться и начинают придерживаться этой тактики. Это, на самом деле, не есть хорошо, не есть круто. Вот. Дай ты, просто ты...
твою ж ты мать, а! Блин, ну так красиво же было, так прям вот в притирочку шел, и меня, соответственно, завалили. Окей, так сказать, первый раунд у нас выиграли зомбаки и выдвинули себе такую тему, что они у нас могут теперь, ну, заработали 10 золотых ящиков, которые непосредственно будет у нас уже после этого. И что мне сейчас нужно, ребят, делать? Мне нужно как-то собраться, именно минусовать чуваков, потому что оставалось у нас очень много. Типа, блин, дофигища зомбуков, целых 12 штук, и мне этих челиков нужно каким-то образом нехитрым слить. И я, maybe, не знаю, может быть, как-то позволить им тоже нарить. Давайте, ребята, также им позволим нарить, типа, они тоже пусть нарят так же, как и я. И вот такие моменты я буду их как-то подлавливать и пытаться килять. Короче, не знаю. Давайте сейчас, ребята, уходим на небольшую паузу и продолжаем следующий раунд. Погнали. Так, короче, ребята, следующий раунд мы решили сыграть, ну, именно я предложил такую тему, что я у нас буду на Терминаторе, но, соответственно, я не буду нарить вообще ничего. Чувакам же, в свою очередь, я разрешил нарить абсолютно все, кроме как раз-таки тех самых аптечек. Ну, аптеки, я знаю, я думаю, вы поняли, почему нельзя нарить, потому что это будет прям, ну, совсем как-то имбово, не круто, не интересно. Вот, и челикам нужно сейчас как-то что-то сообразить и меня как-то забабахать, затараканить. Ну, смотрите, я сейчас что, ребята, делаю? Я предлагаю, раз они у нас там все стоят такие в кучкуются, пока у нас, типа, никто не может зайти и перезайти, я у нас буду их немножко килять. А чё чуваки-то у нас, нет, они не услышат, что го? Ну ладно, раз не услышали, то давайте сразу минус 2 зомбака он будет. Раз, типа, никто не услышал, раз у нас там все еще перезаходчики делают, значит, мы сразу минусуем 2 челиков-беков, ну и, соответственно, поедем уже по какими-то другие свои цели. Так, ну, чувачок, мне кажется, или ты у нас сейчас будешь отлетать, потому что ты у нас здесь один-одинешенька, и, к сожалению, никого рядом с тобой нету, чтоб тебя подкилить. Так, ну, этот раунд, ребята, у нас какой-то получился неорганизованный, у нас все челики где-то спят, где-то что-то делают. Так, чуваки, которых я убиваю, сразу у нас перезаходите, то есть, ну, то есть не перезаходите, а наоборот, выходите и ждайте нас пока в лобби, пока мы, в общем-то, варь, тут левый, да, левый какой-то, не знаю, ну, вроде пока все адекватные, поэтому можно пока покатать, погамать. Так, ой-ой-ой, какой сквозной дал. Так, чувачок, а вот нельзя аптечку нарить у нас нельзя, к сожалению, да. Но, к вашему сожалению, к моему счастью, ну, смотрите, этот раунд прям сразу видно и понятно, они играют как-то неорганизованно, то есть, если у нас предыдущий раунд у нас получилось все достаточно интересненьким таким способом, и челики у нас реально там делали свои какие-то тактики и обязательно их придерживались, то в этом раунде у нас получилось все, ну, как-то так, немножко сумбурно, немножко как-то, ну, это именно в начале, это именно в начале, но сейчас они уже вроде немножко подсобрались, и сейчас уже вроде как бы они меня даже возможно, нет, конечно, не точно, но возможно, и будут немножко пытаться прессовать. Так, чувачка, давайте ему вот этого, пожалуй, ребят, сразу с вами завалим. Так, ой-ой-ой-ой, я увидел, что у нас занарил свой царский овердрайв, и у меня, соответственно, есть, ребята, возможность пронарить... Один овердрайвик! Охренеть, не встать! Вот это было жестко! Вот это было, ребят, реально жестко. Я чуть не офигел, я аж закашлялся, блин, с тем, что я болею здесь немножко. Вот это меня, чуваки, сейчас чуть не подловили. Блин, слушайте, это интересно. Они меня в такую просто там, в такой угол загнали, что это просто нереалити же. Алло, камон, гараж, вы что творите, что вы делаете? Так, чувачки, ну смотрите, они у нас такие хитренькие, они, знаете, такие немножко пассивные зомбики. Они такие стоят на одном месте, мы никуда не ходим, мы никуда не убегаем. И мы, соответственно, ничего не будем делать с тобой. Вот, но если ты, соответственно, к нам подъедешь, то мы тебя уже отхреначим по полной программе. И ты по-любому не выживешь. Так, еще минус один зомбак у нас имеется. Еще, блин, я думал, я Димана сейчас... Так, это, ребята, не круто. Это совершенно, мать его, не круто. А знаете, почему это не круто? Потому что я у нас на нулях, ребята. Я у нас на нулях. И остается у нас просто 3 зомбака. Остается у нас 3 зомбака. И я, мне кажется, здесь должен выжить, ну, просто по-любому. Вайдербек, ну-ка давай выживай. Мне нужно как-то вот шкериться от них. Как-то что-то пытаться делать какие-то... Ну, мне кажется, здесь вот именно так, как их осталось трое, они уже мне ничегошеньки абсолютно не сделают. Но хотя тоже, ребят, знаете,
такое неоднозначное решение по поводу того, что, типа, вроде как бы, да, их осталось с одной стороны это трое, но с другой стороны я прекрасно понимаю, что если сейчас один удачный какой-то зажимчик, и, в принципе, все, Вайдербек у нас отлетает, и получается все у нас не очень круто. Так, я подумаю, а что у нас он шкерится? Он у нас просто остался на один хитпоинт, да, на один выстрел. Так, ну вот этот у нас вроде бы чувак сейчас тоже у нас отлетит, и остается у нас один. Один зомбак, ребята, один зомбак. И выжившие, мне кажется, сейчас заберут этот раунд, да? Мне кажется, или, ребята, выжившие реально сейчас заберут вот этот раундик бег. И получится все довольно-таки интересно именно с моей стороны. Ну, смотрите, это уже что-то похоже на правду. Что-то это уже было похоже на правду. Меня, кстати, почти вальнули. Вот, вначале единственное, что у них была какая-то немножко несобранная команда. И, соответственно, из-за этого они слили и проиграли. Но сейчас, в этом данном раунде, мне удалось затащить. Поэтому счет пока у нас, ребята, 1-1. Но мы переходим в решающий третий раунд. Поехали. Так, ребята, и у нас третий завершающий раунд рубрики зомби. Я у нас долетнулся и, соответственно, сейчас буду шот пытаться опять же сделать с нашими, так сказать, зомбачками. Пытаться их как-то завалить и уничтожить, Так, чуваки у нас пока стоят, ребята, в АФК. Мне нужно вот таким вот нехитрым способом. Хопа, минус один чувачок бег. А нечего, так сказать, у нас стоять и считать воробьев. Так, чувачок у нас еще. Сейчас минус один, да, походу будет? Минус один? Нет, нифига себе, смотрите, выжил. С двух выстрелов моего терминатора он просто взял и выжил. Опа! Чики-брики, чик-чирик, нормально. Да, братиш, тебе залетел такой урончик. Мамани, мамани. Ой, а что это у нас за маленький зомбак, который решил у нас прогуляться? Так, еще одного челика бека мы, ребята, слили. Сейчас вот этого, мне кажется, мы тоже подсольем. Так, интересно, его кто-то подлечил? Мне кажется, его, да, кто-то подлечил. Соответственно, мне нужно сейчас вот таким вот нехитрым способом минусануть кого-то одного из них, чтобы они, так сказать, убрали свою вот эту хилочку читерную. Ребята, извиняюсь, дико извиняюсь, то, что я так заорал, закричал, я просто реально испугался, охренеть, я просто рили, ребята, взял, чуть не обописался, чуть не обосикался, вот, как-то они очень быстренько подошли ко мне, и мне показалось это мега страшным, черт побери и черт возьми, так, ладно. Вот этого челика мы сейчас, думаю, тоже минуснем, если у нас здесь никого нету. Так, ну чуваки, кстати, ребята, говоря, у нас еще не накопили. Овердрайв! Так, чувачок, а куда это мы пошли? Ну-ка, иди сюда, мой маленький зомбачонок. Взял и, так сказать, меня немножко покоцал, и я, как говорится, уже немножко отлетел на пол. Ну, хупы, давай, топи, мать твою, охренеть. Вот такие моменты, мне кажется, что мой танчик просто мега какой-то медленный. Так, все, ребята, я одну свою оверку заюзал, сейчас я сделал очень большую ошибку, потому что... Потому что я не посмотрел, что кто-то есть передо мной. Да ёпперс это, охренеть. В итоге зомбаки, ребята, у нас выиграли целых 20, мать его, голдов. 20 золотых ящиков. Ну, здесь, опять же, очень сложно, очень потно, когда ты играешь один против 12 зомби. Такого, ребята, у меня еще никогда не было. Вот. До этого мы максимум играли против 7, что ли, зомбарей, или 8, но чтоб 12 именно против одного, это, короче, было реально жестко и реально потно. Вот, в общем-то, ребят, кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему лайк, также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик. Ну, а с вами был Вайдер, всем пока-пока!